Здравствуйте. 18 сентября, понедельник, день Луны. 28-й лунный день с элементом огонь. День благоприятный для людей, родившихся год, лошади и собаки. Хорошо в этот день начинать лечение, покупать лекарства, давать подарки гостям, проводить обряд джинцирок для утверждения на посту. Отправляться в дорогу очень хорошо, к увеличению материального достатка. День неблагоприятный для людей, родившихся год, мыши и свиньи. Нежелательно для привода невестки проводить похороны и поминки. Стрижка волос сплетнем и ссором. На верхней березке цокчин дугане, цидо саган обунгхорл, дуинхор дугане, гамбангангар сахиусны, деважн дугане, очурване сунды. Делайте добро. Снова в Улан-Удэ зимняя сказка. Цены еще ниже. Норка от 49 тысяч 900 рублей. Мутон всего 10 тысяч. А также головные уборы и меховые аксессуары. С 14 по 24 сентября выставка меха «Зимняя сказка». Художественном музее имени Сампилова. Куйбышева, 29.